прошу самой искренней любви всех. Я не только депутат Госдумы Михаил Делягин извинился перед азербайджанским народом. Делягин признал, что его высказывания об Азербайджане были ошибочными и попросил прощения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков абсолютно прав в своей рекомендации не наносить ущерб российско-азербайджанским отношениям. И я полностью выполню эти рекомендации. После обсуждения Министерством обороны России ситуации с миротворцами, азербайджанские военные вернулись, и Минобороны Азербайджана вежливо пояснила, что войска никуда не уходили. «Прошу прощения у всех, кто испугался, обиделся и растерялся после моих слов», написал депутат в своем аккаунте в социальных сетях. Я приношу самые искренние извинения людям всех национальностей, далеко не только азербайджанцам, которые почувствовали себя испуганными, оскорбленными и растерянными, либо испытали иные негативные эмоции после моих слов.